Че, у меня сегодня голова нормально? Пофиг. Вообще пофиг. Брови расчесал. Поехали. Как фамилия у чувака, который из «Зенита», из нашей молодой. Всем привет! Сегодня мы с девчонками поговорим о ребятах из мужской сборной. Поехали! Самый стильный – Федор Смолов. Пусть Смолов будет. Такой смазливый, стильный. Смолов. Ну, у него, ну, не то, что, не знаю, ну, стильно, просто у него такие все брендовые вещи, футболочки, вот эти вот рубашечки. Ну, видно было по Инстаграму. Я не знаю, как, может быть, он только для Инстаграма одевается, либо сфоткался. Все снимаем. Такой в примерочной сфоткался. Вот какой я крутой. На самом деле, ходит в какой-нибудь футболке DMX. У Мостового. Пусть будет Зобнин. Обычная прическа. Мне нравится у Смолова обычная. У Головина тоже. Я когда-то уже тоже об этом говорила, что мне нравится его прическа. Сафонову. Сафонову. Ну, мне вот откровенно не нравится у Матвея Сафонова прическа, как у Емели. Простите. Еще мне не нравится прическа Заболотного. Мне кажется, она уже вышла из моды. Ну, в целом, пока оставлю критику для следующих вопросов. Самая милая улыбка пусть будет у Кудряшова. Зобнин, Смолов, Кудряшов. У Сафонова, у Зобнина. Думаю, у Смолова тоже такая миленькая. Кудряшов. Джеке. Кстати, Дивиф тоже мужественный. Ну, молодой мужественный. Джеке, Кудряшов. Зобнин такой тоже мужественный. Кто и самый спокойный? Головин, Александр. Мне кажется, Головин. Такой. Я даже где его, ну, нигде не улыбается даже никогда. А, ну, кстати, мне кажется, этот Бакаев. Бакаев какой-то всегда. Что по полю, что вне ходит. Смазливый, симпатичный, ну, Федор Смолов. Ну, это опять Смолов и Захарян. Ну, они такие. Захарян, наверное, такой еще. Ну, потому что он молодой еще. Отрастит бороду, как у Джики. И будет уже несмазливым мальчиком. Я думаю, что Федор Смолов отлично сыграл. В какой-нибудь комедийной. Конечно же, в роли Емели очень подходит. Сафонову. Там даже изменять ничего не надо. Прям такое чисто. На печи. Вот, и мне кажется, мужественные роли вот как раз подошли бы Джики. Карточка есть. Карточка. Как я сегодня. Ну, да, на самом деле, мне кажется, любой мог бы сыграть в любом фильме. Ну, Карпин уже же снимался в там фильме Ростова, да? Мне кажется, он ему пойдет быть каким-нибудь актером, каким-нибудь тренером, там даже вон снимают же всякие спортивные фильмы. Мостовой мог бы стать моделью. И Зобнин тоже хорошая внешность, симпатичный. Смолов. Смолов. Мне кажется, Смолов. Я прям представляю, он такой идет. Ха! Сложно сказать, но думаю, что Жирков. Мне кажется, Джеки мог бы быть, но ему это не надо. Ну, Зобнин, я прям вот почему-то вижу его тренером. Ну, Джеки тоже, я думаю. С Федором Смолом, с Денисом Черышевым. И, в принципе, со всеми ребятами тоже интересно. Ни с кем.
Почему? Да, не знаю. Мне кажется, они сами такие особо необщительные. Поэтому я не хочу с ним им навязываться сама. Что-то они вот ни одного видео не сказали, что они с кем-то хотят встретиться. А мы что должны им говорить? Да со всеми. Кто хочет. Приглашаю на свою сходку в Москве. Ну, о чем бы вы вообще поболтали бы? О чем угодно. О футболе или нет? Я думаю, что вряд ли о футболе, потому что и так много футбола в нашей жизни, а вот там о каких-нибудь таких вещах жизненных, может быть, пообщались бы.